В зале администрации состоялась первая сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В ее работе принял участие глава муниципалитета Заур Хамирзов. Повестку дня открыла председатель территориальной избирательной комиссии Зарема Гурижева. Она проинформировала присутствующих о результатах выборов депутатов района, которые состоялись 11 сентября текущего года. На основании постановления территориальной избирательной комиссии Кашхабльского района от 11 сентября 2017 года номер 32-219 об общих результатах выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район по одномандатным округам 11 сентября 2022 года и номером 32-220 об общих результатах выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район по единому избирательному округу 11 сентября 2022 года в соответствии со статьей 82 Республики Адыгея о выборах депутатов представительного органа муниципального образования территориальной избирательной комиссии Кашхабльского района постановляет: первое. Зарегистрировать депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район 5-го созыва в количестве 23 человек. Второе. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район 5-го созыва удостоверение об избрании. Третье. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кашхабльские вести». Список избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район по одномандатным округам. Одномандатный избирательный округ номер 1 – Хабисимов Мурат Дмитриевич. Одномандатный избирательный округ номер 2 – Ашев Аслан Джумальдинович. Одномандатный избирательный округ номер 3 – Любченко Людмила Павловна. Одномандатный номер 4 – Брянцев Александр Валентинович. Одномандатный избирательный округ номер 5 – Шаматрина Нина Николаевна. Одномандатный избирательный округ номер 6 – Балоков Мурат Адамович. Одномандатный избирательный округ номер 7 – Гидзов Рамазан Гидович. Одномандатный избирательный округ номер 8 – Дохов Беслан Хасинович. Одномандатный избирательный округ номер 9 – Взасежев Мурат Русланович. Одномандатный избирательный округ номер 10 – Берзегов Руслан Бесланович, одномандатный избирательный округ номер 11, Тутаришев Руслан Юрьевич. По единому избирательному округу. Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР. Балуков Юрий Шхамбиевич. Партия «Справедливая Россия за правду» Бегеретов Амирби Шутович. Районное отделение в Республике Адыгея партии «Новые люди» Мурачаев Эдуард Муратович. Кашхабльское районное отделение политической партии КПРФ Нагоев Рамазан Азизович, Вороков Схарфи Ибрагимович. Отделение политической партии «Единая Россия» Кашхабльского района Бзасежев Амин Юсуфович, Мирьямов Султан Амирбеевич, Мамишев Руслан Асланович, Малахов Сальман Заурбеевич, Киясов Юрий Казбекович, Ожев Бинас Бесланович, Величко Любовь Николаевна. Председатель территориальной избирательной комиссии пожелала депутатам плодотворного сотрудничества на благо района и его жителей и вручила документ, подтверждающий их новый статус. Уважаемые депутаты, сегодня мы собрались на свою первую сессию и приступаем к решению возложенных на вас задач. Думается, что вы, новый депутатский корпус, возьмете на свое вооружение все доброе, позитивное, которое наработано вашими предшественниками, выработайте такую программу, которая будет обеспечивать социально-экономический рост нашего района. Бесспорно, всех вас объединяет одна цель – сохранение стабильности, гражданского и межнационального согласия и на этой основе оздоровление экономики района, улучшение жизни людей. От всей души поздравляю всех избранных депутатов с высоким доверием, желаю плодотворной работы. Затем решением первой сессии были проведены выборы председателя Совета народных депутатов. Путем тайного голосования им был избран Александр Брянцев. Хочу выразить огромное благодарность за то, что в очередной раз та часть прежнего состава 4-го, нового состава оказали мне такое доверие, надеюсь, честью продать его. И хочу вас буквально с сегодняшней первой сессии настроить на серьезный лад нашей работы совместно с вами. Работа в третьем, четвертом созыве многому научила меня, поэтому вот буквально, наверное,
сегодняшней сессии, со следующей будем потихонечку работать над тем, чтобы наш депутатский корпус стал единым, дружным, нормальным коллективом. Далее, в соответствии с уставом муниципального образования Кашхабльский район, был утвержден состав постоянных комиссий Совета народных депутатов 5-го созыва. Обращаясь к членам нового состава депутатского корпуса, Заур Хамирзов поздравил их с избранием и пожелал оправдать то доверие, которое им оказали избиратели. Депутатскому корпусу пожелать успешной работы, потому что то, что исполнительная власть делает вместе с представительным органом, а выявляется именно представительным органом, наша работа, она совместная. Хотел бы подчеркнуть, что вот в новом составе, вот он обновился, вот Зарима Юрьевна сказала, на 43%, и очень приятно, что в новом составе практически представители всех отраслей. Хотел бы всех вас еще раз поздравить, впереди очень много работы.